CSGO Mix – это самый лучший сет для выигрыша скинов в CSGO. Доступны разные режимы – рулетка, лотерея, кейсы и просто торговая площадка. Есть возможность выиграть азимов, тайное оружие, стат-трек и дорогие ножи. Все твои друзья уже играют на CSGO Mix. Заходи и сыграй бесплатно в демо-версию, проверь, что ты можешь выиграть. Ссылочки будут в описании под этим видео. Всем привет, дорогие подписчики, зрители, гости канала. Друзья, ну что же, на моем канале я решил ввести такую вот рубрику «Эксперименты в GTA 5 при помощи модов». Конечно же, друзья, сегодня я вам покажу действительно такой вот эксперимент, которого нету на русском ютубе. Сегодня мы попытаем счастье и попробуем позалазить, ну или просто поскидывать кого-то в двигатели этого данного самолета. Самолет у нас будет заведенный, вы не думаете, потому что вы, наверное, сейчас подумали, а как же ты будешь в неработающие двигатели пытаться залететь или что-то типа того. Друзья, будем пробовать все. Будем пытаться залететь на каких-нибудь птицах, будем пытаться запрыгнуть на каких-нибудь лошадях, или же просто скидывать туда людей, и будем смотреть, что будет из этого. Так, нам необходимо, короче, завести, видите, там Майкл побежал. Вы, наверное, еще спросите, как ты заведешь самолет, чтобы он работал, конечно же, и будешь также вот все это проделывать. Все очень просто, друзья, мы садимся при помощи Франклина в самолет. Так, отлично. Сейчас, он его... Все запускает, отлично, двигатели запустились, а мы тем временем перемещаемся к Майклу, друзья. Майкл у нас неподалеку возле этого самолета. Вот, в общем-то, смотрите. У нас, в принципе, Франклин сидит за рулем, ну, точнее, стал пилотом данного самолета. Он сидит как раз-таки за рулем, за штурвалом и, в общем-то, завел полностью самолет. Двигатели у нас крутятся, да? Давайте посмотрим на это все. Все, друзья, видите, двигатели крутятся, все просто замечательно, друзья. Да и вообще, честно сказать, на моем канале вообще я GTA стал снимать именно исключительно по самим экспериментам. Я проводил несколько таких вот экспериментов, они действительно много набрали, и я решил, почему бы и нет, почему бы не вести данную рубрику, опять-таки, на моем канале. Так, по сути, здесь, получается, должны большим потоком воздуха эти двигатели меня сдувать. Ведь так? Ведь должно же быть так. Давайте попробуем отпрыгнуть от них куда-нибудь подальше, посмотрим, что из этого будет. Давайте. Нет, нифига, меня за воздухом никак не скидывает, поэтому я даже не знаю, друзья, чего от них ожидать. Погнали, короче, попробуем, наверное, таки прыгнуть сюда, да, в них. Что будет? Нифига не бывает, нифига вообще не происходит, как бы, да? Так, двигатели работают, все хорошо. Кстати, они тормозятся, смотрите. Ух ты! Они тормозятся, друзья, тем временем... О, я провалился. Да ладно вам, подожди. Тихо. Все, отлично. Выпрыгнули. Какого-то фига двигатели все-таки тормозятся, друзья. Ну, ничего не происходит. Я бы хотел наблюдать кишки, мясо и, соответственно, кровь. Но, к сожалению, этого я, по крайней мере, не наблюдаю. Я лишь только падаю об двигатели, ударяясь. И тем самым ничего дальше не происходит. Короче, друзья, ладно. Мы поняли, что при помощи обычного какого-нибудь персонажа GTA 5 мы это проделать не можем. Так, давайте попробуем запрыгнуть, залезть. К сожалению, вот видите, вот так вот пролагивает текстуру. Ну, ничего страшного. Так, давайте все-таки при помощи... Кстати, я вам покажу то, что у меня не стоит гудмода. То вы подумаете, гудмода нету. Поэтому не переживаем о том, что у меня там бесконечное здоровье, и поэтому меня не могут полностью расхреначить данные двигатели. Так, давайте попробуем при помощи коровы туда зайти. Чё б нет-то, да? Как бы туша такая здоровая. Тихо. Как-то бы управлять-то, ё-моё. О, отлично. Господи, буренка, просто жесть. Ну, мне кажется, друзья, на самом деле, что по... К сожалению, по как раз к двигателям по высоте мы не подходим, поэтому давайте, наверное, таки к соседним данные коробочки перенесем, попробуем это сделать на тех двигателях. Так, друзья, ну что же, я, в принципе, поставил под те двигатели как раз-таки коробочки. Я боялся, что у меня взорвется этот самолет, как вы могли заметить. Ну и, в принципе, все просто замечательно. Немножечко двигатели приподнялись, и они теперь полностью лежат на коробках. Теперь, мне кажется, проверка данного эксперимента будет на все 100%. Кстати, почему вы, ну, спросите, почему он не улетает? Конечно же, потому что мы его немного заблокировали спереди, и поэтому он просто остается на месте. Это просто замечательно, друзья. Ну и, я думаю, не хватит пару минут для того, чтобы проверить данный, конечно же, экспериментик. Нужно все это проверять достаточно тщательнее при помощи каждого животного. И, в принципе, теперь по высоте, я думаю, ну, как раз таки само то, да? Как бы вот теперь попробуем даже запрыгнуть в него, давайте. Оу! Да ладно, ни хрена не происходит, друзья. Вот вообще не понимаю я этого. Ведь, походу же, двигатели крутятся как бы лопастя. Они полностью могут нас разрубить, как положено. Но что-то ничего не происходит. Давайте сбоку попробуем.
Мда уж. Что-то вообще ничего не происходит, друзья. А ну-ка. Ну нифига подобного, вообще ничего, друзья. Как бы. А, не, стоп, подождите, крови есть? А кровь от чего-то? Так, интересно мне знать, неужели оно все-таки лопастями нас немного перерубило и поэтому полилась кровь? Давайте попробуем еще раз. Так, друзья, ну, как вы видите, ни хрена не получается, поэтому давайте мы не будем затягивать. В принципе, одно и то же мы наблюдаем на протяжении уже минуты, поэтому давайте мы будем менять нашего Майкла на ту же корову, допустим. Мы же ничего не проверили с нею. Давайте попробуем ею туда войти. Прям головой. Давай. Ну же. Да ладно тебе. Ты что, серьезно? Я не пойму. Буренка, стой! Какая она неуправляемая, друзья. Вот серьезно. Она мычит, но ни хрена, в принципе, не происходит. Ладненько, давайте пытаться другим способом чего-нибудь. Койота можно было попробовать. Так. Рыбу, в принципе, пробовать не будем. Давайте попробуем даже хаски, да, почему бы нет. Хаски, собака действительно прикольная. Так. Давайте подальше чуть-чуть мы нашу камеру расположим. Так, ладно. Поставим, точнее. Так, ну, а как ей прыгнуть? Я бы хотел запрыгнуть именно в двигатели. Какого черта вообще, я не понимаю. Такой как бы эксперимент, ну, очевидный, да? Очевидно, понятно, что будет, если это в реальной жизни проделать. Но, блин, какого черта? Я думаю, каждый из вас смотрел мультики, там, допустим, той же суперсемейки, кто не видел. Там засосало как раз-таки человека в лопасти, и вообще двигатель взорвался, ну, а человека ничего не осталось, как бы, да. А тут вообще ничего не происходит. Вот это вообще меня не радует, как бы, да? Так, это что у нас? Это свинья, но мы в любом случае даже... Вот, отлично. Вот на вот этой птице попробуем туда залететь. Это, по-моему, голубь, да? А, короче, давай, как? А, воу. А прикольная тема, друзья. На самом деле, во-первых, первый раз на нем летаю, но мне кажется, вот с ним можно что-то еще и попробовать, да? Как бы влететь в двигатели, да? Так, давай, дружище, ну, пожалуйста. Капец, он неуправляемый. Да ладно тебе. Ай, зараза, давайте попробуем все-таки... Я сдох. Вот это прикол. Так, друзья, ну что же, пробуем влетать, и опять мы попадаем мимо. Да чтоб такое, блин. Так, ну что же, друзья, мы вернулись. В принципе, я опять-таки поставил самолет, посадил Франклина в самолет, а сам на Майкле пытаюсь сейчас произвести некоторые другие изменения в этом эксперименте. Короче, смотрите, у нас ничего не получилось, мы пробовали и влетать, и залезать, и только что мы не пробовали делать, и прыгать, но мы не пробовали толкать туда людей, поэтому давайте попробуем это сделать именно сейчас. Я хочу попробовать именно с той, потому что там, в принципе, двигатель расположен чуть повыше, и я не думаю, что там что-то получится просто с ног... бомбезная на самом деле, но я уверен, что должно хоть что-то произойти, ведь, ну, на то эксперимент, если ничего не получится, то, в принципе, я как бы не расстроюсь. Так, давайте мы попробуем ее как-нибудь подкинуть, хотелось бы, да? Давайте попробуем ее клюшку ударить, давайте, да? Да, это не то, что я хотел на самом деле, да. Это совсем не то, что я хотел, потому что я бы хотел чуть-чуть по-другому. Ну ладно, хрен с ним, давайте мы ее тут, в принципе, и оставим, да? Как бы можно будет, конечно, попробовать еще вариантик с тем, что мы ее просто запихнем в двигатель и посмотрим, что будет. Но это чуть позже, да, как бы. Сейчас мы можем, в принципе, попробовать одно ударить прям в двигатель и... Какого черта я не понимаю? Что за нафиг? Они просто не... Они падают рядом, но никак не к... не в двигатель. Так, давайте попробуем эту запихнуть туда. Да ну вы серьезно, что ли, я не понимаю. Может, поближе их поставить? Давайте еще раз сделаем то же самое. Так, ну что же, друзья, в принципе, наши подопечные стоят практически впритык. Вы можете, ну, убедиться в этом, конечно же. Я поставил три девушки с этой стороны, три девушки с той стороны. Одна по центру, две по бокам. Я думаю, что-то должно получиться, да, как бы. А теперь давайте пробовать и смотреть, что будет. Давайте все-таки попробуем, наверное, таки хорошо их ударить. Хорошей отдачей. Я думаю, вот... От этого отдачи будет достаточно, да? Да ладно тебе, ну... Такое ощущение, будто они бьются, друзья, вот серьезно, бьются об двигатель и падают обратно. Да что за нафиг? Ну, быть такого-то не может, ну ё-моё, я же, блин, надеялся на какой-то сверхэпичный эксперимент, а тут, получается, нифига не видим мы. Так, давайте попробуем вот с этого, да-да-да-да-да. Долбануть ее прям туда. Да ладно тебе. А если с дробовика? Да убери ты ее нафиг уже.
печально осознавать, друзья, но как вы видите, ничего в принципе не происходит от того, хоть рядом, хоть сбоку, хоть спереди, они никаким образом, никоим разом не пытаются туда запрыгнуть вообще никак, они даже не пытаются, ну они даже не попадают почему-то, ну это понятное дело, а те просто как будто их отпружинивает от этих двигателей, неужели так настроена физика в GTA 5? Так, а давайте мне, в принципе, интересно проверить то, что будет, если мы их туда запихнем, да? Как бы будет прикольно, на самом деле. Давайте попробуем это воспроизвести, я думаю, у нас все получится, как бы, да? Так, прям вот сюда ее кладем, в двигатель, да, сам? Вот так вот, да? Да нифига не происходит, друзья. Ой-ой-ой. Я самолет чуть-чуть подвинул, не так, как надо. Так, давайте мы его тут поставим, как бы. А теперь мы его поставим, как надо. Вот так вот, да. Отлично. Так, ну, в принципе, что? Да ё-моё, опять я его взял. Невзначай так. Все, отлично. Мне нужно взять девушку, а не сам самолет. Какого фига? О, отлично. Вот, смотрите, прям, друзья, прям в двигателе ее заношу, как бы, да? Ничего не происходит, вообще ничего не происходит. Короче, друзья, что я хочу сказать? Может, покидаем в него еще что-нибудь? Давайте мячик попробуем. Все равно ж отпружинивает, да, как бы? Их отпружинивало. Че, мячик отпружинит, интересно, или... Вау! Вау! Что происходит-то, я не понимаю. Ну, ладно. Короче, народ, в общем-то... А давайте снежком попробуем. О, сел нормально. Все, короче. Можно его просто взорвать и, в принципе, больше с ним даже не возиться. Двигатели, точнее, взорвать. Пускай горит. Короче, народ, что я делаю в выводе? Я говорю вам то, что невозможно вообще никак разрезать человека двигателем, никак, ни в коем разе, не запрыгнув туда, не залетев, не за... ну, просто никак, не запихнув, ничего нельзя сделать, как бы они, эти люди просто отпружиниваются от этого двигателя. Вы сами все это прекрасно видели. Во-вторых, я знаю, что будет на этом видосе много дизлайков из-за того, что, типа, ничего, никакого эпика не было, друзья. Но, с одной стороны, это просто эксперимент, и мы этом, ну, это могли ожидать, как бы, да? GTA 5 настроена именно так, чтобы меньше было... таких эпичных видосов, как бы. Поэтому я с этим поделать ничего не могу. Я знаю, что многие из вас хотели бы это проверить, поэтому я сделал это за вас. Обычно, ну, как бы, это не очень-таки сложно, и у меня все получилось. Но вот такой вот результат у нас получился. Чего уж я сделаю? Ничего. Короче, спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Обязательно. И пишите свои новые эксперименты, которые можно было бы воплотить в реальной игре GTA 5. Я это, конечно же, сделаю в следующих выпусках. Ну и у меня есть такая вот идейка, как поставить, допустим, какой-нибудь, сейчас покажу вам, какой-нибудь истребитель в плане военного какого-нибудь, да, сейчас попробуем мы, в принципе, это сделать сейчас. Сейчас найду я его приблизительно, вот. Истребитель. Или вот, допустим, даже его. Ну, хотя, по-моему, был такой уже эксперимент, когда Титан пробовал или какими-то другими лопастями пробовали разрезать человека. Это реально, да, это реально. А вот в двигателе залезть, запрыгнуть, нереально. Короче, друзья, я бы поставил какой-нибудь истребитель на военной базе, да? Затем попробовал его завести. В любом случае... Кстати, смотрите, воздух идет. Попробуем, может, подпрыгнет, отпрыгнуть от него. И в любом случае попробовать, короче, друзья, просто, ну, расплавить человека, да? То есть сзади подставить какого-нибудь левого чувака и попробовать его расплавить. Ну, смотрите, вообще ничего не происходит. Ну, короче, вот такой вот у нас экспериментик. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите свои варианты для экспериментов, чтобы попасть в мой видос. Потому что вы на протяжении всего видоса видели левых чуваков для вас. Но это мои подписчики, мои любимые, которые попали в топ-коммент. То пишите обязательно комментарии, ставьте лайки, и тогда вы будете в топ-комменте. Ну, а также, в принципе, как я уже сказал, в принципе, эксперимент был у нас проведен, но, к сожалению, ничего не произошло, ну, я в этом не виноват. Всем удачи и всем пока!